Вместо старой песочницы – новый игровой комплекс. Современную детскую площадку получили жители дома по улице Кирова, 25Д. Рабочие установили здесь детский городок с качелями, а неподалеку поставили спортивные тренажеры. Здесь раньше стояла песочница, там карусели. Ну, сейчас изменяют, чтобы была еще горка, значит, еще как бы больше места, где можно поиграться. Жители микрорайона внимательно следят за выполнением работ. Помимо них, за ремонтом наблюдают и специалисты администрации города. Приемку объектов будут вести также, совместно. До сдачи площадки в эксплуатацию осталось совсем немного, лишь уложить прорезиненное покрытие. В данный момент на площадке происходит монтаж первого слоя. Подложка, так называемая, или подушка, которая будет давать смягчающие свойства, амортизирующие. Вот. Сверху него будет нанесен слой уже утрамбованный, 1 сантиметр, который будет создавать износостойкость покрытия. То есть это слой амортизационные свойства, верхний слой, он делается цветной, там узоры по желанию заказчика. Площадку сдали бы раньше, не подведи погода. Из-за постоянных дождей работы приходилось приостанавливать. Как бы то ни было, новые дворовые площадки получат жители 317 домов. Сейчас во Владивостоке одновременно ремонтируется 168 дворов. В одних устанавливают детские площадки, в других укладывают новое асфальтовое покрытие, в третьих монтируют спортивные комплексы. Горожане сами выбирают, какой вид работ будут проводить в их дворе. На Пушкинской, к примеру, в первую очередь нужно было заасфальтировать территорию. У нас был ремонт 66-й год, 1966-1967. Капитальный ремонт дома и двора. С тех пор не делалось больше ничего. Вот это вот по 1000 дворов, благодаря Кожемяке, мы были включены в отбор, реконструкцию двора. Мы очень-очень довольны. Ребята работали хорошо. На ремонт асфальта в программе утверждено 130 заявок, на установку детских площадок – 116, на спортивные площадки – 71. Глава Владивостока поручил специалистам внимательно прислушиваться к просьбам жителей и по возможности выполнять их. А если где-то не хватает средств для комплексного ремонта, изыскивать их дополнительно. Катерина Матвеева, новости на Восьмом.